Это? Это что? Это очень узнаваемая всеми гранатовая корка. Это гранат, гранат, Russian гранат. Russian fruit гранат. Вкусный гранат. А это игра под названием Timberweed Park, в которой мы, а именно 4 аж игрока, проходят. А исследуют, расследуют убийство трупца. Убийство трупца. Убийство трупца. В общем, если расследуют убийство человека мужского пола, валяющегося в реке, а также расследуют заговор на подушечной фабрике. Я то маленькая, то большая, то непонятно. А вот, значит, мы продолжаем все это дело делать. А, загружаем, да? Фух. Так, 9.8, 9.25, 227. Угу. Вот вы кто. И мы в данный момент... Все, вспоминаю. Мне нужно позвонить. Нам нужно, чтобы адвокат, которого я не могу найти, зачитал завещание. О, блин, а вот этот все время куда-то Даг, он что-то копает, Даг. Я не вполне Да, копаю. Он, я не знаю, кто, правнук, чей-то внук или что, садовник. Я с ним уже... Привет, Даг, что ты копаешь? Привет, Долорес, копаю большим холли. В основном ямы. А затем снова закапываю чисто и аккуратно. Хорошо, Даг, ты хорошо справляешься. Пока, Долорес. Так, пока, Долорес, скажи мне, может ему дать пепси, например. Так, копай. Дать пепси вот нему, персонажу. Нет. Пепси. Нет, не дает. Применить пепси. Ладно. Да, мы уже покопали, мы уже все. Нельзя проматывать. Нельзя. Угу. Капка, спасибо, что потратил мое время. Копай. Мне нужно найти, или я могу переключиться. Я не знаю, где адвокат. В прошлой серии, я помню, я искала, мы разговаривали со всеми, в том числе и с агентами, да, с Калли и Фоксом Малдером. Лампова. Давайте с ней поговорим, потому что нам нужен как бы адвокат. И? Я как бы не совсем... А можно с ними разговаривать? Или они как-то не говорящие? Привет, агент Рейс. Уже поймали убийцу? А пока нет. Но мы почти у цели. Скоро парк, скоро снова будет в безопасности. Я подумал над тем, чтобы стать секретным агентом, но оказалось, что игры разрабатывать веселее. Это благодарная работа. Так, агент Рейс. Мне кажется, я его знаю. Мне постоянно это говорят. У меня очень незнакомое лицо. Так это же агент Малдер, он по телеку показывался 100 раз. А, знаете, чем больше с вами разговаривать, тем больше знакомым вы кажетесь? Да. Нет. Может, он снимался в рекламе? В какой-нибудь.
Или еще где-нибудь. Так, уже поймали убийцу, ладно. Да, I need to go, но, блин. У меня есть какая-то лампа зеленая, похожа на огурец. Давайте-ка переключимся на вот эту. Мне нужно не отвлекаться, раскрыть убийство, тогда я занимусь своими делами. Да, не все. Занимаюсь своими делами. Давайте с ним поговорим. Ладненько. Тебе здесь сейчас выходить, тут ямы везде раскопал, шею сломаешь. Понятия не имею, что ты сейчас сказал. Ну, как бы, это... Ладно, я еще вернусь. Что? То есть... Угу. То есть... Итак, вспоминаем, что у нас... Это вот геймдизайнерша или кто она там в комнате своего дяди отца видела картину, и за ней сейф, который она не может открыть. Также она не может найти адвоката, который чтобы зачитал завещание. Нас не пускает в дом. Но она, может быть, как-то может отвлечь его. Или нет? Может ли она отвлечь его? Интересно. Ну-ка. Чем-то, может быть, мы можем его отвлечь, чтобы эти прошли агенты. Ну-ка. А теперь... Да, позвони. Я сейчас могу говорить, я еще занята делами семьи. Нет. Тут что-то чему-то мешает. Ладно. Пойдемте позвоним в справочную. Справочная у нас на втором этаже. Да, Дигин. Давай, Дигин. Кто он такой вообще? Зачем он нам нужен? Не ясно. Тут вообще много чего не ясно. И вообще. Мы сейчас позвоним в справочную. Вот здесь вот. И... Адвоката не добавилось. 4688. Вроде. Ну, давай уже. Ё-моё. Даже супюбичка бабах. Так, вроде 46. И 4866. Мне уже подсказка. Где найти адвоката? Не тот номер. Значит, 4866. Нет. Сорок три шестьдесят шесть. Вообще не реагирует. Какая тишина странная. Подозрительно. 4388. Так. Неясно. Я никому не могу звониться. Что за номер телефона? Почему я его забываю все время? Сейчас я быстренько сбегаю. Просто молниеносно. Я молния супер-мега. Да выходил уже. Сейчас прямо. Я тут, я там, одна нога здесь, третьей нету. Это почему? Это потому что я ем гранат. Где-то здесь подска. Вот она. 44. Ну, я почти перебрала все возможные варианты. 4468. Мы недалеко убежали, как говорится. 4468. Нам нужно сейчас все подсказки переспросить. Все, просто все.
Это вот, простите, очкастая девочка. Я хотя, мне кажется, уже мне тоже пора очки уже заказывать, поэтому ничего обидного. Вот, что с ней все время какие-то проблемы и нужны какие-то подсказки. Я вообще ничего не понимаю. 44, 68. Давайте, мне 10 подсказок сразу же. Просто. С возвращением подсказка, 3000. Чем могу помочь? Что ж, Алис, иди ко мне. Кс-кс. Мне нужна подсказка. Так, ага, угу. По фразе движения, расследованию, поиску людей и игровым персонажам. Вход места моего значения преградил упавшее дерево. Да. Это я помню. Потому что нужен арест. Я не могу найти нужную подсказку. Мне нужно... Но сегодня может быть, возможно, пока не нужно решать эту загадку. Так, поиск людей. Мне нужен адвокат, точно. Такое ощущение, что мне нужно больше играбельных персонажей. Мне нужно искать людей для допроса. Я не могу заставить играбельного персонажа покинуть его начальный экран. Вот это да, тоже. Как быстрее... Ладно, давайте с этого начнем. Ура, можно приключиться на Ренсома. Что теперь? Как мне попасть в воспоминания Франклина? Больше этого не нужно. Хорошо, давайте переключим. Я думала про клоуна. Надо было сказать вслух. Ну вот, короче, я думала про клоуна, раз мы не можем найти... Кажется, мы не можем. Раз мы не можем найти адвоката, значит, как бы мы нам нужно его ждать или что-то. Но тут что-то ничего не происходит. А вот этими персонажами она ждет прочтения. На улице кого-то тащит. А, день занят, спасибо, да. День занятия ждет по прочтению завещания, но тут ни завещателя, ни завещания, никого нет. Давайте переключимся на него. Так, ну тут что-то тухнет. Давно им не играли. Просто буквально с начала серии. Он был прям буквально в первых сериях, если не видел. Посмотри обязательно смешные серии. Одна из серий с Ренсомом называется 1138 бачей. Прямо крупным планом на экранчике. Вот. Так, здесь у нас, как мы помним, во-первых, у него шатающийся дом. Вот так вот. Вот, а здесь у него сейф, собственно говоря, который он уже опустошил. Мой старый церковный плакат. Церковный плакат с невероятным Ренсомом. Церковный, конечно же, а цирковой. О, его шмотки. Блин, чё? Да, я не люблю забрать кровать. Да кому вообще? Чего? Напоминаю, клоун Ренсом ругается постоянно и так далее. И тянющая пища. Похлебка на вкус была не фонтен, когда я ее на то не делил. Может, она настоялась? Я больше получу, мне кажется, она нравится. Блин, здесь не про... Я забыла, что здесь не про... Не проматывается. Не скипывается ничего. Так, ладно. Что у нас здесь? Сместитель грязной посуды. Включай по дому работницы. Очень много говорит пипаной, поэтому можно не повторять, потому что это скучновато, конечно. Так, кто там у нас? Хомяк. Это мелкий жопошник, мой хомяк. Выглядит очень холодным. Голодным. Заплеснел сыр. Это мой сыр. Я даю ему настояться. Давай возьмем сыр и дадим сыр хомяку, конечно. Мелкий жопошник не переносит лактозу. Если дам ему сыр, то весь трейлер пороняет его перродежом. Ужас. Ну, мне не сильно нравится... А взять, может, хомяка? Не сильно нравится. Мелкий жопошник очень жесток. Он даже меня кусает, когда его на руки берешь. Возможно, голодный я не кормил несколько дней. Так, ну тут как бы ничего нету. Но сыр он взял, опять же, клоунские трусы.
Может, он их возьмет? Мои официальные труселя клоуна Ренсома. Времени не было их постирать. Возьми да постирай. Всегда можно потом постирать. Конечно. Так, ну, если, ну, взять, не знаю, будет ли хомяк, не ищу пищу. Нет, спасибо, оставлю на совете. Так, призы, плакат, горячая линия, почтовое уведомление. Почитаем. Это уведомление попытки доставки. Интересно, доставки чего? Ну, наверное, его не было дома или где-то его не было, в трейлере. Вот. Такие дилья. А это значит, что это значит? Нам нужно его прочитать. Посылка для клоранцема находится в почтовом офисе Демит-парка. Почтовом офисе. Так. Я не собираюсь тебя по всему цирку искать, Рэнсом, почтальон Джордж. Кстати. Да пошел ты, Джордж, ленивый. Та-та-та-та-та-та-та. Мы можем пойти на почту, например. Я не знаю, в чем прикол вот этого... Он умылся? Ну, хотя бы попробовал. Ясно. Что-то он попробовал, помыться, наверное. Так, нам нужно как бы покормить комикс. Это комикс Лос Рэнсима, выпуск номер 1. Давай возьмем его, продадим. И купим еды для хомяка, например, хотя бы. Призы, мне кажется, тоже можно взять. И самый вредный клоун 77-78 годов. Можно это все продать. Клоунерцам как жать, что краска, что-то там. Мы возьмем и продадим. Я приклеил, слышал, что его украли. Тогда думал, что они из настоящего золота. Понятно. После 10 лет я мог сказать, что сработало. Так, давай возьмем. Плакат. Плакат мы тоже взяли. Сейф посмотрим. Здесь у нас. Это моя книга шуток. Нет смысла запирать. Кто хочет ее украсть? Давай возьмем книгу шуток. Страница. Страница из моей книги шуток. Давай тоже возьмем. Так, а это что, тоже страница? Ой-ой-ой, тут много страниц. Давай возьмем две. О, две страницы. А сколько надо? Эта страница. Читать будешь? Нет, не будет. Ладно. Так, у нас есть страница. Смеситель. Повестка о выселении. Это всего лишь повестка о выселении, которая уже 5 лет. Каждый раз, когда этот шериф пытается меня выселить, я ему такой концерт устраиваю, что он боится возвращаться. Ясно. Я вижу пылиночку. А что еще? Яма? Ого, я не видел яму. На вид как нора. Ты можешь ее оттянуть, не знаю, скрыть. Я не могу это потянуть. Применить яму. Кажется, не работает. Закрыть. Кажется, не закрывается. Открыть. Я не знаю, что можно с ямой делать. Не могу открыть. Как-то ее раньше не было вроде. Я что-то не поняла. Ну, как бы нам нужна еда. Вообще, вот этого Ренсома. Мы можем, во-первых, позвонить. Во-вторых, хомяк. Ну, не знаю, взять его, может. А, он его кусает. Все понятно. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас творится ночью здесь. Цирки. Собственно, что, прыгать можно? О, пойдем попрыгаем. Это мой старый батут. С ним связано много воспоминаний. Давай прыгать. Нужно подняться повыше, чтобы прыгнуть на него. Поднимись. Что против-то? Ты можешь сразу прыгнуть? Так, давай тянуть будем. Так. Ну, вообще, ну, ладно. Ну, что-то толкай, ну, ладно.
Мы куда-то упрыгнем, да? Блин, да чё ты? Вот, теперь ты можешь вот сюда подойти? И как бы с этой штучки прыгнуть, нет? Давайте применить. Вот тут. Отсюда! Безопасность превыше всего. Отсюда я не прыгну. Ну, давай еще толкай. Блин, да почему он с той стороны-то идет? Тяни давай. Тяни, толкай, он странный такой. То тяни, то толкай. Короче, он как хочет, так и использует. То тяни, то толкай, лестница не берется. Не знаю, куда он хочет прыгать. Пока с этим непонятно дело. Туда он не идет. Я хотел посмотреть яму с той стороны, может там что-то видно. Но нет, он туда идти не хочет. Пойдемте туда. А чем у шарик, антураж? Он же уже как вроде... Почему стрелка в эту сторону? Ладно. Ой, никого нет, все пропали. Что-то туман какой-то. Здесь был комочков пыли столько. О, попкорн. Может нам насобирать попкорна? Прогорклое кукурузное зерно. Мелкий жапошник таких души не чает. Отлично, бери. Сейчас насобираем гору попкорна. Я не буду брать жирный, несет попкорн, пока ему не во что положить. Давай в бумажечку. Применить страница на попкорн. Тут это не сработает. Сворачиваешь, значит, из страницы рулончик такой, конус. И будет тебе пакетик. Применить страница на страница. Тут это не сработает. Так, ну хватит тюру тут руками. Ладно, нам нужен стакан, либо коробка, либо что-то. Тут попкорновое поле, я поняла. Может быть, здесь есть стаканчики, да? Раньше был парк развлечений. Теперь помойка. Пусто, мы с крысами вычили уже давно. Может, там стаканы есть? А так он не хочет брать. Ясно. Давай, иди к парку развлечений. В смысле, раньше. Только что был. Ай, наверное, давно было. То есть, когда мы за него играли. Да, тут все уже вот. Буковки поотвалились. То есть, когда мы за него играли, в начале игры, где-то там, в каких-то сериях, 4-й, 5-й, где-то, например, 3-й, 6-й, не помню. Тут он выступал, а теперь все здесь закрыто, туман и попкорн валяется, все понятно. Вот, все пусто, никогошеньки, вон крысы какие-то, может там его видно, нет? А, вот яма, может что? Может это та самая яма или что? Ясно, давай посмотрим. На вид как яма. Давай ты ее как-то посмотришь нормально. Как нора. Так, может быть, нам сыр применить. Сыр на яму. Так, мы положили сыр возле ямы. Это что-то нам даст, нет? Там как бы... Крыса будет есть сыр, и мы схватим крысу или что? Я не знаю. О, мышка бежит. Нам ее ловить надо, нет? Молочок, кумочек пыли. Но он ее как-то не обнаруживает, я бы сказала. Ладно, давай возьмем сыр. А если мы тут смотрим яму?
Ничего не говорит. Вот этот таскает туда. А, он все сейчас попкорны сетывает. А, я не знаю, применим сырное. Она попкорны сейчас заберет. Я не знаю, куда сложить. Пока что. Тут не пройти, есть другой путь. Ладно, сыр оставим здесь пока. Он все равно его не ест. И хомяку его не дает. Сейчас мы со служебного входа зайдем. Может быть, здесь есть что-нибудь. Двигательная банка. Это пустая ругательная банка. Она пустая, потому что кроме меня, мелкого жопошника, никто не ругается. Так, коробка. О, коробка. Коробка со змеей, ладно. Крем от чесотки. Это тубус с моим запатентованным античесоточным кремом Казарлика. Творит чудеса. Давай мы возьмем все, что можно, потому что что-то похоже здесь совсем какой-то. Не хочу это брать. А, здесь какое-то запустение, я бы сказала. И он тут как бы один живет. И вот, как говорится, клоун уехал. Или что там, цирк остался, клоун уехали. Пушка. Пойдем к пушке. Это не работает, взять пушку. К тому же довольно ржавая винея, не хочу это брать. Ага. Нам нужно взять стул, догни мосту. Как бы нам взять... Нам нужно... Нам нужно попкорна набрать. А мы можем выйти вообще? Или нет? В прошлый раз там было... парк развлечений, там можно было пройти. О, пакет. Наконец-то я увидела этот пакет. Я не видела до этого. Все. Теперь мы будем применять пакет на попкорн, соответственно. Так. Одно есть. Сейчас мы сделаем буквой П. Собираем. Не сложно, здесь начало слов это буква как бы ОС, В, Т, З, О, П, Т, К, М, Д, Д. Сейчас мышка, по-моему, заберет все наши попкорны, но она не успеет. Тут было дело в скорости, да? Все, она успела первой. Ну ладно. Не страшно, мы не напугались совершенно. По-моему, он где-то там еще есть. Или нет? А, вот еще. А, нет, это пыль. Все. А, нет, все. Забираем вон пылишку. Чё встала сюда, муж? Думает, я тут это... Так, ну я не знаю, что с батутом делать. Батут, батут, прыгать можно будет. Он не хочет прыгать. Может, его сюда дотолкать? Давай толкать его, будем в противоположном направлении. Вот к этой палаточке. А он её толкает, главное, к моей. А... И отталкивает от моей. В итоге... Давай еще толкай.
Может быть, кто я? Так. К нашей лесенке он не хотел что-то так. Больше влево не двигается. Ну хорошо. Чтобы справа нужно толкнуть. Да ты умный вообще. Давай здесь тогда прыгать. А я сюда без наводчика не прыгну. Безопасность прежде всего. Наводчика. Без чего? Какого наводчика? Я не поняла. Какой наводчик? Ладно, пойдем кормить нашего этого хайка. Привет, хомяк. Я еды принесла. Мелкому жопошнику столько не хватит. Ему нужен целый. Где мне взять попкорн-то? Там мышь все сожрала. Плохо. Плохо что? Надо как-то в мышиную нору. У нас есть змея коробки. Мыши боятся змей. Мы сейчас мышь будем пугать. И она даст нам весь попкорн. Пугать мы будем ее. Она забрала весь попкорн. Куда дает? А, здесь нет попкорна. Чувих. Чувих. Мы будем пугать мышь. О, ты. Они уже вон достали весь попкорн. И жут сыр. Применить на кучу попкорна. Отлично. Я думаю, они в норку засовывают. Все. До свидания. Прекрасно, не пришлось никаких применять змеев. Поэтому не знаю, что он не прыгает на батуте. Не хочет. Какой-то наводчик ему. Не знаю. Привет, толстопуц. У меня полный пакет попкорна. Давай, хомяк, кушай. Вот ешь, мелкий рабочий, кушай свою хрень. Все, вот хомяк ест. Этот самый. Хомяк. Вот такие дела. Что делать, собственно, нам с Ренсомом, не ясно. Он кормит вот хомяка. Хорошо, мы покормили. Что дальше, собственно говоря? Я думаю, все. Это, но 4 страниц не хватает. А, 4. Давай возьмем все 4. Мне не жалко. В смысле, вернись. Не улетай. Да еще и страницы улетать будут. Все понятно, зачем нам батут. Нам нужно прыгать. Черт, разбитое окно. Да, нам нужна страница 4. Так, забрать посылку с почты, найти потерявшую страницу, забрать комочек P66. Ну, это так себе. Конечно, не мир жизни. И пип, 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 если тебя нашел записку и читаешь ее. Ясно, хорошо. У нас, да, планы получить посылку. И, собственно, давайте сходим в город и получим посылку. Так как у нас есть карта, и карта, я так полагаю, есть у всех игроков. Она распространяется. Кстати, так очкастая может пойти по карте к адвокату. Где-то там было то ли адвокатское бюро, то ли в мэрию ей можно сходить. Короче, куда-то она может пойти и что-то там сделать. А пока
Мы это будем делать в следующей серии с девочкой. А с ним мы пойдем получим посылку. Наверное, просто так нам ее не отдадут, конечно, но мы попробуем. Попробуем. Так, как у нас, как у нас, как у нас? Как у нас, как у нас, как у нас, как у нас делается. Во-первых, мы давайте сохранимся, мало ли. 9.57. Вот. А, ну она и есть. Вот у нас сохранение, все хорошо. А, где у нас карта? Мэп. Карта. К. Карта, не знаю. К. Почему-то вот здесь-то ее нет. А может он не может. Или он может. Открой, дайте. Тяну змея в коробке. Ну, не знаю. Управление. Карта мне нужна. Или управление текста. Госпомощь. Помощь. Карта. Вступление мышками. Горячие клавиши. Горячие клавиши. Карта. Даже пропустить. Вот это не бывает. Эскейп не работает. Эскейп на паузу. Поменять персонажа. У нас пока что 4. Пропустить диалог на точку. Серьезно. Сменить клавиатуру, чтобы нужно скрыть кнопки выбора глаголов. Да, это я видела. Сохранить Ctrl-S, загрузить Ctrl-L, настройки, пробел, пауза. Пробел, пауза, пробел. Диалог, точка. Сейчас проверим диалог только. Да, и то, и правда. На букву Ю, где точка, там пропуск диалога. Отлично. Так, к середине игры мы это выяснили. Как нам найти карту? Карты там не было. Карты там не было. Где мне найти карту? Карту мне надо. Мне надо карту. Карту. Текст, голос, помощь, управление. На геймпаде все хорошо, но я ее не геймпадаю. Так, стирка. Ладно, давай попробуем так выйти как-нибудь из города, потом на карту появится. Обычно она появлялась, когда мы подходили к краю области какой-то, и карта сама появлялась, собственно. По окрестности цирка что-нибудь. Окрестности еще. Вот там вот стрелочка. Идти в выход, да. Так, Тикис, что-то тут это. Так, это у нас куда? А это куда? Нам туда, на почту. Почему у нас карта не появляется? Вот сейчас должна, по идее, появиться карта. Или не должна? Да, вот. Далеко побежал. Нам нужно Б. На улице. Я не помню. Давай сюда пойдем. И, ну ладно, немножко пройдемся. Нам нужна почта. На почте получить пос. Я уже не помню, где почта, на какой улице. Сейчас пройдемся, лысенька. Нет. Да, банк. Да, дилер. По идее, можем подзаходить в эти местечки и поругаться с кем-нибудь. Но он только ее, что ругается. В принципе, пока нам уже получить посылку, потом, походу, поругаемся уже в следующей серии. Пироги Рики, телефон. Ну, значит, не здесь. Я быстрее иди. И автовокзалу. Это точно не здесь. Это окраины, точно здесь. Угу. Значит, на заднюю улицу нужно пойти.
Так, это главное. Мы оттуда повернули. Уса. Ну иди, иди. Да ё-моё. Игрушка слетела. На этом так закончим. И как вот я не хотела на почту идти в этой серии. В следующей серии пойдем на почту, посмотрим, какая посылка пришла. Ну и все остальное. Смотрите приложение серии и этой игры, а также прохождение других игр. В описании есть ссылки. Также слушайте кавер-версии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Все, всем пока-пока.